Всем привет, меня зовут Аня, и добро пожаловать на мой канал Any Sky. Сегодня я собрала для вас такую вот увесистую коробочку, и в этой коробочке будут фавориты моего лета, фавориты такого странного в этом году лета, но тем не менее, здесь я буду показывать уход, немножко декоративки, потому что в сезон карантина этим летом я больше делала акцент, больше концентрировалась на уходе за лицом, волосами и, в общем, тело. И декоративки я использовала по минимуму, то есть практически не использовала ее, но тем не менее. И также покажу вам несколько каких-то аксессуаров, помощников, в общем, все, что я любила и буду любить этим летом, так что давайте начнем. И начнем мы, наверное, с аксессуаров, потому что как-то мне их проще показать. Первый аксессуар это, вы видите, колье на моей шее. Сейчас это пик популярности просто. Наверное, лето, именно весна, лето 2020, это вот такое колье. У меня здесь с ракушкой, есть сердечко, есть буквами. То есть они разные, я его брала на Алиэкспресс. Вот, безумно крутое, мне нравится, если его не мочить, то оно прослужит вам один сезон, больше, я думаю, не надо, потому что вряд ли оно будет также модно на следующий, ну, в общем, бюджетное, и всегда такие аксессуары, которые по сезону, то есть в том году это были ракушки и все украшения с ракушками, позапрошлом были вот эти цепи многослойные. Все эти украшения стараюсь брать на Алиэкспресс. И второе, что я хочу выделить именно из аксессуаров, это вот такой потрясающий красивый чехол, тоже с Алиэкспресса. Мне нравится, во-первых, его расцветка, надпись вот эта, которая написана «Feel so good day, happy day». То есть такая, знаете, мотивация на каждый день, чтобы начинать его хорошо. Во-первых, мне нравится вот эта летняя расцветка, как я сказала, вот это колечко, которое вы можете прицепить к джинсам, можете шнурок сделать. И вот эта удобная штука, она на самом деле не для того, как многие подумают, чтобы держать телефон, ну, может, и для этого тоже, а вот так, чтобы ставить вот так и смотреть фильмы. Очень удобная, силикон пластик, ну, пластиковый, резиновый такой, прорезиненный, и что это колье, что это чехол, мне пришли за 11 дней с Алиэкспресса. То есть это очень быстро, и сейчас Алиэкспресс радует быстрыми доставками посылок. А следующий аксессуар для волос, которому я вернулась спустя, наверное, год. В общем, у меня снова стрижка короткая, поэтому снова мой помощник вот такой фен, не фен, он как-то называется, стайлер скорее даже, Remington Keratin Protect он называется. Обзор у меня есть на него, на отдельное видео на канале, постараюсь ссылочку вам оставить в инфобоксе. У него две насадки, одна вот такая, которая чередуется расческой, щеткой, и вторая насадка, точнее, она полностью из щетины, и они более частые, вот тут эти щетинки сделаны. У него две скорости плюс холодный воздух. Кстати, на холодном я никогда не сушила, и на двойке тоже всегда использую один. И вращение в одну сторону, к сожалению, сломалось сразу, но, в принципе, я не использовала в ту сторону. Использую всегда, делаю вот так и нажимаю кнопку. У меня накручивается все это до верха, приподнимается объем. И, в принципе, кстати, вот вчера я мыла голову, укладывала именно на него. Это быстро, чем короче волосы, тем быстрее уложить. Так что это мой помощник. Мне его дарил муж на Новый год, по-моему. В общем, обожаю этот фен. Что касается волос, если мы начали говорить о волосах, то я хочу выделить, конечно же, продукты по уходу за волосами, потому что я помешана просто на своих волосах и уходе за ними. Перепробовала много масок в этом весна-лето, в сезоне весна-лето много масок для волос, честно, вообще очень много, и каких-то более дорогих, и средний. И вот покажу сейчас бюджетную маску, которая со мной, наверное, уже полгода, где-то с зимы на мне, но она фаворит лета все равно, потому что если у вас убитые волосы, если у вас блондированные волосы, не совсем убитые, но блонд это тоже равно убитый. Поэтому я рекомендую вам вот такую маску, либо просто, если у вас волосы более-менее здоровые, ну, такие, знаете, средние,
эта маска вам сделает еще куда лучший эффект, чем на сухих волосах. В общем, это Фрутис, Гарниер Фрутис сос восстановления. Здесь содержится масло амлы. Она восстанавливает текущие, очень поврежденные волосы. Написано за 3 минуты, но, конечно же, я держу минут 10. Очень вкусный аромат и густая консистенция такого густого-густого крема, сметаны, такой 20-процентный, в общем. Крутая, вот половину я использовала за полгода, хотя сейчас я регулярно ей использую ее регулярно. Она бюджетная, здесь сколько объем? Наверное, 250, как и везде, по-моему, 300. А, нет, кстати, везде 250, здесь 300, поэтому это еще один плюс. И два средства. Почему я сейчас покажу их в фаворитах лета? Потому что первое средство — это шампунь, он именно для лета. Раньше я не знала, что такое есть. Точнее, с этим шампунем я давно была знакома, но не пробовала его. Видела его на полках, витринах, отзывы на него. Но так как волос у меня был на тот момент не блондированный, я не покупала его, соответственно. Это вот такой Джон Фрида, который называется She Blonder Go Blonder Highlighting шампунь. В общем, это шампунь, почему я называю его летний, потому что он усиливается за счет солнца. То есть за счет солнца, которое немножко выжигает волос, плюс действие этого шампуня, в составе которого есть ромашка, и все это делает ваш волос как бы светлее, как бы блестящий и ухоженней. Вот написано, что в принципе подходит и натуральным волосам, и эмилированным, и окрашенным, то есть блондированным. А волос становится более яркими, мерцающими, заметен эффект солнечного поцелуя, усиливает блеск светлых волос. Вот, и так, я говорила про ромашку, еще какой-то здесь содержится, не помню. В общем, шампунь мне очень нравится. Он имеет вот такой желтый цвет, как и тюбики, то есть такого же цвета, как и сам тюбик. Очень приятно пахнет. Вообще, Джон Фрида я обожаю. Это не первый мой шампунь от Джон Фрида. Уже, наверное, третий из разных линеек, я имею в виду. И мне нравится, что у него одушка, а запахи вот эти всегда салонные. То есть, как будто я вот сходила... То же самое, что мне в салоне помыли Матриксом, Веллой или чем-то таким, чем, в принципе, у меня и дома есть. Но вот это прям вообще супер запах. И мне нравится этот шампунь. Здесь 250 миллилитров. Вот, средней ценовой категории он. Я его отнесу, наверное, не к масс-марту, и не к люксу, и не к профу, но что-то, наверное, между профом и таким middle-market. Ну, в общем, понимаете, наверное, о чем я говорю. И второй — это кондиционер. Я выбрала из другой линейки, не стала брать такой же. Мне стало интересней вот этот, потому что он тоже для блондированных. Написано тоже She Blonde. Но это кондиционер увлажняющий с авокадо. С маслом авокадо. Обожаю вообще все, что связано с авокадом. У него уже такой белый. То есть он как кремик такой обычный, белый цвет имеет. Приятный запах, но знаете, я не чувствую запах авокадо. По мне он каким-то таким цветочно-парфюмерным пахнет. И здесь написано, что значит для светлых волос он активирующий кондиционер, то есть усиливает блеск и светлых волос. Он глубоко увлажняет, возвращает яркость тусклым и эмилированным волосам. Увлажняет, придает гладкость волосам, возвращая красоту, естественный блеск сухим светлым. Вот, и помогает оживить любой оттенок светлых волос. То есть тоже хорошая вещь, и она используется круглогодично, может. Так, еще что касается волос. Это масло для волос. И мое любимое, я уже показываю всегда, наверное, марка Noel. Обожаю это масло. У меня для всех типов волос. И у меня маленькая версия 25, но его хватает надолго. Хотя сейчас, я кажется мне, что это ненадолго будет, потому что я его использую после каждого мытья волос. После каждого, потому что я его обожаю. У него невероятно крутой аромат, крутой запах, который можно просто при плохом настроении вот так нюхать. Знаете, я не знаю, как у вас, но у меня есть такие вещи косметические, уходовые, даже больше уходовые, чем косметические, уходовые вещи, которые я покупаю ради настроения. То есть, конечно, они и работают, но вот мне нравится запах, а вообще я человек, для которого важен очень запах. Говоря об этом масле, может быть, он не так работает, как и другие, ну, то есть, примерно, как все, потому что здесь есть в составе силиконы, и это визуальный эффект, кстати, это израильский бренд Moroccanoil. Для меня
есть такие вещи, которые я покупаю ради настроения, на которые я иногда трачусь, на какой-то, может быть, раньше это было по праздникам, то есть я покупала себе вещь. Например, к этим вещам относится вот это масло, к этим вещам относится от бренда L'Occitane масло для душа, от L'Occitane крем для рук миндальный, вот эта вся миндальная линейка. Потом от бренда Body Works крем для рук, то есть крем для тела у меня был. Это такие вещи, которые создают настроение, улучшают настроение, и мне не жалко на них денег. Вот, наверное, это то, что поднимает всегда настроение, вот это масло у меня там же. Так, и еще витамины, потому что это тоже относится и к волосам, и к тому, что я занялась наконец-то своей фигурой, своим здоровьем, и... Обобщим это так. Первое, я начала снова принимать биотин. У меня это 1000 миллиграмм. Здесь 100 капсул бренда Now. Начала принимать его. Вообще, я его начала принимать еще где-то осенью, но потом пошла на лазерную эпиляцию. Нельзя было принимать витамины для волос вообще никакие. Я прекратила сразу принимать. Я, наверное, пропила, может, это 2 недели. Прекратила принимать и сейчас вернулась. К ним они обычные... небольшие вот такие белые капсулки, то есть достаточно, вот именно их достаточно удобно глотать, потому что они небольшие, им нужна всего одна капсула. Биотин вообще, прочитайте просто про него, он просто мощнейший помощник в здоровье, ногти, волосы, похудение, кожа и многие другие там плюсы у него. И вторые витамины я взяла в связи с тем, что я начала заниматься... вести активный образ жизни, не скажу, что это спорт, но у меня все равно есть тренировки, больше активности, и это витамины Optiwoman. Они предназначены для тех, кто занимается спортом, для тех, кто занимается в тренажерных залах, для тех, кто просто занимается какими-то занятиями, да, и для тех, кто просто ведет активный образ жизни. То есть, если вы там лежали, а потом начали вести активный образ жизни, ваш организм не сообразил, почему это, и вам нужны витамины. Вот здесь 60, я взяла маленькую упаковку, есть на 120 также. Здесь, конечно, очень мощный состав, это не очень хорошо, потому что высокий концентрат каждого компонента, это тоже, наверное, нехорошо. Но и не скажу, что сильно плохо, но, в общем, здесь не идеальный состав, здесь мощный состав. Но, возможно, здесь такой мощный состав в связи с тем, что... как бы, когда вы занимаетесь спортом, вам нужно это в большем количестве. Вот, поэтому здесь очень много всяких витаминов. Сейчас покажу вам, как выглядят капсулы. Эти капсулы нужно принимать по 2 штуки тоже утрами. Вот они намного больше, чем те. И, конечно, сложнее. Так, что еще у меня для тела? Несколько продуктов для тела у меня есть. Первое, это так как в мае и июнь у нас были теплые дни, я даже хорошо подзагорела так, и у меня началась какая-то реакция на солнце. Мне нужно было что-то успокаивающее. Я всегда беру эти средства на море. Крем после загара я всегда приобретаю на море. Но в городе у нас такое лето, как-то он не особо и нужен. Но в этот раз было очень активное солнце, я взяла вот такую штуку от Garnier Ambla Salor. У меня уже была когда-то, много лет назад была эта штука, это после загара освежающий спрей, написан дерматологически протестированный. Мне это очень важно, потому что я оказалась, ну не то что склонна к аллергии, но склонна вот ко всяким кремам. На Ниве у меня вышла аллергия, поэтому взяла Garnier проверенный, который много лет пользовалась. Вот, он освежает, он имеет приятный аромат, он... увлажняет и успокаивает кожу после загара, потому что здесь содержится экстракт кактуса, вот алоэ вера, экстракт кактуса. Классная штука. И вторая штука, которая для себя я открыла буквально неделю назад, это просто бомба. Вот это реально крутой продукт. Я всем советую попробовать. Это бюджетное средство. И если вы хотите подтянуть свое тело, хотите... улучшить состояние и качество своего тела, то вот это вам обязательно нужно. Это холодное антицеллюлитное обертывание. До этого я брала всегда только горячие. Это красный перец, экстракты такие, да, в горячем обертывании. Вот, и для себя я открыла тут холодное, потому что раньше я как-то не обращала внимания, что есть еще холодное обертывание, которое в основном компонент это мята, да, у них для охлаждения.
написано против эффекта апельсиновой корки. Реально, реально работает, реально подтягивает кожу. Кожа после этого обертывания просто настолько упругая и подтянута. Я пока не могу сказать, сколько держится этот эффект, но если вы будете строго выполнять все по инструкции, здесь, конечно, проблема в том, сейчас я скажу, открою, покажу, проблема в том, что нужно держать 45 минут, я держу час. Мне это тяжело, и знаю, что многим это тяжело, но это нужно, потому что эффект не заставит себя ждать. Здесь такая схема, 3 дня вы наносите, каждый день держите 45 минут обертывания. И последующие дни уже там либо через день, либо через два, но я как делала, 3 дня, потом 2 раза в неделю или раз в неделю. Потому что если делать каждый день, то этой банки вам не хватит. А так вообще здесь 500 мл, хороший объем. А здесь, в общем, новая эксклюзивная серия, которая Таласа Сибирия называется. Тут, и здесь, значит, у нас... что еще содержится-то? Водоросли, грязь и водоросли, написано, что здесь холодящий эффект стимулирует воздействие на кожу, усиливает кровообращение, укрепляет капилляры. Смотрите, пахнет сразу мятой. Я чувствую мяту, вот я его использую, наверное, неделю, посмотрите, может, чуть больше недели. В принципе, экономное расходование, я делаю только на бедра, в общем, это крутая вещь, которая реально работает. Так, теперь средства... С декоративки остались и один продукт уход за лицом. Почему? Вот это прям вот фаворит лета и, наверное, никакого другого сезона, потому что я прям ассоциирую это средство с летом. И у меня это появилось весной или даже зимой, но я его берегла именно на лето. Это вот такое средство от доктор Пьеррика. Посмотрите, половина ровно использована у меня, надеюсь, что видно. Обожаю вообще доктор Пьеррика, этот бренд, обожаю их уходовую линейку, потому что уход у них всегда просто восхитительный какой-то, всегда мне он подходит, что редко, потому что в остальных других брендах у меня нет такого, чтобы каждое средство мне подошло. А у доктор Пьеррика такое вот вообще практически с каждым средством, особенно с сыворотками. Здесь 30 мл, это стекло и это экспресс концентрат, сияние и гладкость. Это сыворотка, которая с частичками, вот этих золотыми, сейчас я вам поближе все покажу, здесь содержатся шиммерные частички, но это не бронзер, это уходовый продукт, то есть это такой крем-гель, который просто придает коже сияние. Невероятно крутой, потому что чаще всего летом, когда жара, я не использовала декоративную косметику вообще, я использовала вот эту сыворотку и поверх, например, SPF и все. И давайте из декоративных продуктов я вам покажу 4 продукта. Первый это бронзер, потому что лето у меня тоже ассоциируется с бронзером. И вот это самый мой любимый бронзер, это Butter Bronzer от Physician Formula. Самый-самый-самый. Вот ни один мне не подошел настолько, насколько этот. Я пробовала и MAC, и Mecca Forever, и что у меня еще было из такого люксового? У меня было... как он этот бренд-то называется, в общем, не помню. Art Deco был Sephora, ну, короче, много всяких было. И Hoola от Benefit, ничего не подходило. А вот этот бронзер, он уже достаточно у меня такой помятенький. Пахнет кокосом, но кокосом химозным. Щетка тут зеркало, и щетка здесь беспонтовая, я ее не использую, но продукт крутой. И Benefit, раз мы заговорили о Benefit, я выделю одни румяна, хотя у меня сейчас несколько румян летом. Сейчас такие дождливые периоды, когда я крашусь, как вы могли заметить по сегодняшнему макияжу. И румяна – это главный атрибут моего макияжа. То есть, например, я использую тушь, оформляю брови, тональный крем и румяна. Либо бронзер, либо румяна, и все. Больше ничего не делаю. И вот это Калифорния. Вот такой персиковый цвет. Это прям такой розово-персиковый. Но я не скажу, что он чисто персиковый. Он розово-персиковый такой оттенок. Пахнет рисковато, честно говоря. Запах мне не нравится, потому что они все ароматизированы. Запах не нравится, но нравится цвет. И этот цвет у меня уже второе лето живет и ассоциируется у меня с летом. И 2 продукта. Тушь для ресниц. Эта тушь у меня, наверное, уже открыла я для себя ее год назад, и до сих пор я ее обожаю. Это Vivienne Sabot Merci. Вот такая сиреневая
веселая упаковка. Когда первый раз я покупала, здесь прям был бантик. В этот раз бантика не было, но не суть. В общем, здесь 9 мл, достаточно хороший объем. Вот такая огроменная щетка. Пусть вас это не пугает, она силиконовая, но вы к ней привыкнете. К ней надо привыкнуть, она большая. Но к ней можно привыкнуть. Щеточка похожа, кстати, на шанелевскую. И продукт для губ. На губы я этим летом, за счет того, что мы носили маски, я использовала только уходовые продукты на губы. Это масла, это какие-то прозрачные блески. И вот уходовый продукт, но с цветом, я могу выделить от Pierrick. У меня было их 6 или 7 цветов. Я закончила 3 из них. Остальные я подарила, 3 из них я закончила. Потому что реально крутое средство, здесь невероятно крутой запах, невероятно крутой цвет. Аппликатор, смотрите, я сейчас сделаю сводчик. Он не такой яркий, как кажется, то есть он такой умеренно яркий, на губах он подстраивается под цвет, под ваш пигмент губ и делает такой блеск с оттенком. Он круто ухаживает за губами за счет того, что здесь гиалуронки много, большой концентрат, и он делает губы прям такими гладкими, ухоженными, увлажненными, напитанными, поэтому это супер средство. Вот, все рассказала. Это были все мои фавориты этого лета. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то обязательно ставьте пальчик вверх и пишите комментарии. Всех целую. Всем пока-пока.